Это, конечно, конкретно, да. В общем, так, чуть-чуть право отойди. Да-да-да, вон что-то там, или фонарь. Я надеюсь, что это фонарь. Дело в том, что вообще ничего не видно. И ехать невозможно на велосипеде. В принципе, и так на нем ехать невозможно, потому что здесь подъемы и спуски. На спуск-то еще можно, но на подъем варианта нет. Но очень темно. Вот эти машины, которые там на трассе идут, освещают. И не видно совсем дороги, а внизу идут, так сказать, не обрывы, а... Обрывы, это слишком громко будет сказано. Такие, в общем, неприятные спуски, скажем так, которые лучше не сваливаться. Но где эта грань между этим спуском и вот этой дорогой, непонятно. Но вот сейчас у нас впереди есть фонарь какой-то. Это уже хорошо. Просто не видно, что у тебя впереди. Даже самое близкое расстояние с трудом разглядываешь. А здесь вот, кажется, уже чуть-чуть получше становится. Один фонарь на сегодня. Да, один фонарь на всю эту деревню и придеревневские побрежность. Отойди чуть, но вот здесь уже чуть левее. Ага. Так, друзья, пока выключаюсь. На самом деле ужасно ночью ездить на велосипеде. Мы сейчас возвращаемся в нашу деревню, но я теперь знаю, что больше ночью на велосипеде ездить я не буду. По крайней мере, ну как сказать, если меня не занесет, конечно, случайно, но специально этого больше точно не будет. Так, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.